Представители Каспийского филиала «Единый оператор» рассказали об изменениях, внесенных в систему сбора платежей за коммунальные услуги. Теперь каспичане смогут погашать задолженность через QR-код. Для облегчения оплаты введена возможность оплачивать по QR-коду, указанному в правом верхнем углу уведомления о задолженности. QR-код является штрих-кодом с зашифрованными реквизитами филиала «Каспийский горводоканал» и с данными по лицевому счету. Процедура оплаты крайне проста. Необходимо войти в приложение Сбербанк онлайн, отсканировать QR-код, указанный в правом верхнем углу, и произвести оплату. Отметим, что для абонентов, с которыми не имеется договоренность, способ оплаты такой же. Стоит только ввести номер договора и город. В случае непогашения задолженности за потребленные ресурсы в отношении абонента применяются меры взыскания в судебном порядке, вплоть до ограничения подачи водоснабжения. Наряду с этим обращаем внимание жителей города Каспийск на необходимость заключения договора холодного водоснабжения или открытия лицевого счета. Самовольное подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения без согласования с ресурсоснабжающей организацией влечет за собой наложение штрафных санкций по отношению к нарушителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для этого в отсутствие договора необходимо обратиться в филиал Каспийского горводоканала за получением разрешительных документов для присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.